dear friends! В этот четверг, 2 августа, в 19:00, наш традиционный клуб общения состоится в форме Cinema Club, где мы будем просматривать короткие видео из фильмов и обсуждать, задавать вопросы и высказывать свое мнение на английском. Гостем нашим будет Гильерми. Итак, сейчас я хотела бы с вами изучить некоторые фразы, которые помогут вам in describing a movie, в описании фильма. Итак, I thought the film was okay. Я считаю, что фильм был нормальный, хороший. I thought the film was great. Я считаю, что фильм был великолепный. I thought the film was fantastic. Я считаю, что фильм был фантастический, прекрасный. The actors or the costumes or the screenplay are... Актеры, костюмы, сценарий. И дальше вы используете прилагательные для описания своего мнения. Итак, the special effects are fantastic. Спецэффекты фантастические. The special effects are terrible. Спецэффекты ужасные. The best scene is when... Лучшая сцена, когда... И описывайте сцену, которая вам понравилась. The worst scene is when... Самая худшая сцена. И так далее. Описывайте. The plot is believable. Сама тема фильма, да? Основная идея. Сценарий довольно-таки жизненный. The plot seems a bit unlikely. Сценарий, сама идея.